Тебе не кажется, что там что-то, ну... подозрительный, блядь. Да, бля, подошел бы я уж. Здорово, баклажан! Добрый день. Встанешь? Блядь, можем. Добрый день, здравствуйте. Че, запрещеночка-то есть, может, какая? Амфетаминчики, зеленочка, камушек. Не, мужики, у меня ничего нет. Да ты карманы-то покажи сначала свои. Карманы, блядь, вывернуть. Кармашки покажи. Да, да, конечно. Пальчиками только не шеруди. Это просто пиздец, мужики. Короче, виноград. Ладно, разбирайся, оформляй его, я пойду перекурю. Давай, ладно, садись, изюм, сейчас расслабимся, поговорим с тобой, значит. Покурить есть? Да держи. У меня ничего нет. А здесь что, это тебе не сумерки смотреть, понял? Неплохая, я такого курил в Испании. Да у тебя в ухе по-любому, слышь. Рот открой. Тем летом ездили с женой. Так вот, блядь, чернослива взяли. Охуительная вещь. Скажи, а! Ага, о, теперь! ГМО, ёпта! Правда, заёбывало меня, потом нахуй взяли. Голова болит, не буду. Чё, качаешься? Все качаются. Хуёво отдохнул. Да где у тебя это лежит-то, ёпта? У меня ничего нету, товарищ! Да есть, я знаю, расслабься! Блядь, вот чё на него ничего не может найти, а? Может, ему десяточку подпишем? Брат, ну, обычно. Подрабатывает, да? Красавчик. Ну так. Молодец. Штаны снимай, бля! Вот смотри, сейчас будет охуительно. Блажан, фотки снимай, чё встал? Ничего нет. Да, блядь, да. Где? Нар! Вот! Слушай, а ты помоложе. Скажи, пожалуйста, что это за хуйню, блядь, крутят по телевизору? Такое просто, блядь, говно. Жопу показывай. Ну раньше лучше было. Нет, пожалуйста. Давай, блядь, чё ты? Я вот начал тетрадь смерти снимать. Там такая вещь. Расслабься, замерзший. Стираешь. Короче, я все. Давай. Блядь, ты тоже не охуевай, маску надень, блядь. Господа, этой ночью произошло очень трагическое событие. Убили герцога Александра, хозяина этого дома. Да вы нахуй! Я, как профессиональный детектив, выясню, кто из вас это сделал. И первым на допрос из вас пойдешь ты! Так, где вы были в момент убийства герцога? В кровати спокойно, можно? Да, блядь! Это вы убили его? Нет. Выйди нахуй! Так, ты останься. А ты давай-давай пиздуй отсюда! Мне нужно допросить нее наедине. Ну это явно не она. От кого это, блядь, тут воняет? Держи дистанцию 1.5 метра и пиздуй со мной на допрос. Ты видела, кто убийца? Это ты убийца? Нет. Даже если бы это была ты, я бы тебя не арестовал, потому что тебя пиздец как воняет. Блядь, и с этой вонючкой та же хрень. Это явно не она. Так, и следующим на допрос пойдет... Ты кто? Дворецкий, сэр. Дворецкий? Дворецкий. Да, одна и та же жирная хуйня. Поднимай свои толстые маленькие ножки и идем со мной на допрос. Вызывали? Ах ты, сука! Это ты, сука! Это ты, сука! Ты пересолил мой суп! Блядь, приведи себя в порядок. Это ты убил его? Нет. Съебался. Блядь, жирный. Знаете, я пришел к выводу, что в этом доме нет убийц. Так прошел первый и последний день самого хуевого детектива в мире. Добрый день. И чё ты сюда зашёл, даже не спросил? Где удостоверение? Рубашка пчумята, чё ты мучишь? Ты вообще из отделения или из мусорни Биба? Ага, ещё и скажи то, что я тебя снимаю. Имею на это полное право. Имею на это полное право. А, блядь! Это ты меня вызвал! У тебя за спиной лежит!
моя нужна! Вот моя ксива! Вот! Сейчас умоешь. Мне это уже нравится. Ты готов? Малыш, всегда готов. Подожди, Лёш, у тебя есть чем предохраняться? Да, конечно. Лёш, подожди. Что не так? Ты не понял, у тебя есть чем предохраняться? Вот. Подожди, у тебя есть QR-код? Чё, блядь? Серьёзно? Пацаны, стой! Ты меня просто подыхать хотел. Подарок на Новый год. А ты себя хорошо вел? Да, да, конечно. И что ты хочешь? Я хочу сестренку. Хоу, 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 хоу. Санта? Санта? Мама? Поосторожнее со своими желаниями, малыш. Жил-был мальчик, и он был проклят. Он не мог отказать в помощи людям. Слышь, блядь, дурачок ебаный, помоги машину почистить. Конечно. Ты чё, блядь, перчатки дай сюда. Конечно. Отсоси у меня! Мама, я дома! Ты где опять шлялся? Почему так поздно? Меня люди попросили помочь, ты же знаешь, на мне проклятие. Я не мог им отказать. Проклятие действует до 18 лет, а тебе уже 24. Я знаю. Я хочу увидеть свою дочь! Послушай. Сначала должен будет понять наши условия. Ты понимаешь это или нет? Понимаешь? Понимаешь всю серьезность ситуации? Ну, общайся с ним нормально. Я хочу увидеть живого. Ну что там? Тихо! Ух ты, на вид, пока ты не шамарнул же. Хватит вести себя как сыкло. Да пшайся с ним, что там, пшайся? Что так, а? Что ты так общаешься? Ты так общаешься? Субординируйся, Поверь, поверь, мне очень нравится то, как он издевается над тобой. Ура, блядь, ты моя шлюха, ты понимаешь, ты будешь делать, как я тебе скажу. И ты ляжешь, сука, во втором раунде, на первой минуте. Ты меня понял, блядь? Он ляжет во втором раунде, на первой минуте. А коэффициент какой? Записывай, заебал! Я не знаю, что вам говорить. Сегодня самая жесткая битва за всю нашу, черт побери, профессиональную жизнь. Отдаем момент за моментом. И тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Зуб за зуб. Кровь за кровь. Игра, которая покажет, кто вы есть на самом деле. И сегодня все, что у меня есть, я отдаю вам. И если хоть чуть-чуть бы я сомневался в вас, вас здесь не было. Вы сделаете это. Я верю каждого из вас. Тот самый момент, когда вы покажете, на что вы способны. Да, да, да. Похлопайте себе по жопам, ублюдки. Успокоились. За работу. Пошли.